ボンボロって。Personali მუშაობს როგორც ადრე მუშაობდა. მაგრამ ერთადერთი პრობლემა ის აქვს რომ ბატონი თამაზ დააკავეს და ვების და იმის სწავლების პრობლემა როგორ გადაწყვეტა. ანუ ეს ფინანსური პრობლემის წინა შედგა ხართ თქვენ? ჯანმრთელობა უნდა ყובה ხონდა და ბატონი თამაზი აკეთებს თავის სასწრაფო. რითი კოდებიან ძახლები? სპეციალური საქმე რომელიც იყიდება ზოოპლანში მაშინ მაგით ვაკეთებ ძალიან. ძვირი ვირს ეს ჭმელი. მე შოკი ზის 40 ლარი. Я работаю в этом питомнике. У нас на сегодняшний день очень серьезная проблема, поскольку сейчас Томас в данное время находится под заключением. Мы в такой ситуации, что у нас 130 собак, нам нужны медикаменты, нам нужно питание. Все полностью финансировал, спонсировал он из своего кармана. Вот, на сегодняшний момент мы просто их не можем не прокормить. У нас нужно операцию еще некоторым собакам делать. То есть нам надо платить и лечение, и даже провоз этих собак. В общем, мы собираемся организовать акцию протеста перед зданием суда. Скорее всего, мы возьмем волонтеров и всех наших собак, тем более и больных собак отвезем и покажем, в каком мы состоянии находимся. Когда вы собираетесь устроить? Когда у нас будет выходной, потому что в течение дня мы не можем. Мы заняты постоянно с собаками.